друзья! Сегодня я хочу вам показать квартиру для сдачи в аренду посуточно на летний период 2018 года. Мы сейчас находимся на Горной 15 в ЖК «Азимут». Здесь на территории двора есть полностью все для детей, для занятия спортом, и даже есть парковка большая, что очень редко в Геленджике. Сейчас я вам хочу показать саму квартиру, потом мы пойдем на море, и я покажу пляж. Сама квартира. Мы поднялись на 9 этаж. Тут все видовые характеристики. В квартире 6 спальных мест. Есть полностью все для комфортного отдыха, даже двухспальная кровать для проблемных спин или комфортного сна. Гладильная доска, утюг, диван раскладывается, телевизор. Здесь есть и Wi-Fi, и есть спутниковое телевидение. Ну, соответственно, обеденная зона, зона приготовления пищи. Минимальная, конечно, зона, но все же приготовить, сварить необходимое есть. Здесь есть плюс-система, она мощная, ее достаточно полностью на всю квартиру. И есть большой плюс. Вот здесь у нас накопительные баки. Если вдруг будут какие-то перепады с водой в городе, в этом районе, то у вас никаких проблем с водой не будет. Это диван, он тоже раскладывается. Холодильник, микроволновка, чайник, вся посуда, все спальные принадлежности. Мне нравится очень здесь балкон, он большой. Здесь есть стульчики, сушилка для белья и вот такой шикарный вид. Даже есть детский стульчик и столик. Вот такой шикарный вид с окна. Вы даже можете сюда вынести столик и кушать именно на балконе и любоваться прекрасным пейзажем. Сейчас я хочу еще показать вам санузел. В санузле у нас расположена стиральная машинка, зона для принятия душа, фен, полотенчики, все постельное есть. Ну, я думаю, что все понятно. В принципе, все очень чисто. Очень чисто. Мне нравится стиральная машинка, что самое необходимое. Здесь вот как раз-таки есть все спальные принадлежности. Кто замерзнет, одеяло, подушки. Если вы хотите забронировать эту квартиру, то вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber и указать свои даты. Все цены оставляю в описании. Сейчас мы идем на море, и я покажу вам пляж. Подошли на пляж. Пляж называется Сосновая роща, которая относится к пансионату Сосновая роща. Здесь есть также вся инфраструктура в этой части набережной, и заведения, и сувениры. Но самое главное, что здесь народу гораздо меньше, чем в центральной набережной, где основной причал. Сейчас, конечно, здесь идет реконструкция пляжа. Да, вот видно. Здесь вот это все заменится и будут стоять на весь, я так понимаю, шезлонги, да? А здесь вы можете прийти на пляж Красная Талка. А там пляж, вход на пляж платный, но если вы скажете, что вы на камушке, вас пропустят бесплатно. Такой маленький секретик, и главное, никому не рассказывайте. Красная Талка, пляж галечный, поэтому мне вот, например, галечные пляжи нравятся гораздо больше, чем песочные или песчаные. Из песка. С песком. Песочные, какая разница? Песочные пляжи. Мне галечные пляжи нравятся гораздо больше, чем песочные, песчаные. Здесь красивая зеленая аллея. В общем, ребята, свежий воздух, прекрасная атмосфера и классный отдых у вас получится, это на 100%. А также прошу подписываться на группу в Телеграме, ссылка находится в описании под видео. И
Прошу, пожалуйста, ребята, не забывайте, что я размещаю туристов, я подыскиваю им жилье для отдыха. Мои услуги для вас совершенно бесплатны, поэтому обращайтесь. Номер телефона я указываю в описании. Лучше пишите по WhatsApp или Viber, либо ВКонтакте. В общем, лучше пишите, потому что я вас так не потеряю. У меня очень большой объем работы и очень много людей обращается. Поэтому звонок я могу пропустить, могу потерять, могу забыть, честно вам скажу. А если вы напишите, то, конечно, я вас не потеряю и помогу вам с размещением. Также мы подбираем вам новостройки здесь, в Геленджике. Кто хочет приехать сюда на ПМЖ, либо приобрести квартиру для сдачи в нашем прекрасном городе. Ознакомлю со всеми районами города, ознакомлю со всеми стройками, застройщиками и расскажу, где ликвиднее покупать квартиру, по какой стоимости, чтобы потом ее было также можно удачно продать. Районы для ПМЖ и для сдачи совершенно разные, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, я вам помогу, подскажу.